Большинство бытовых предметов, которые считались обыденностью для людей недавнего прошлого, современному же человеку покажутся чем-то крайне необычным и даже странным. Некоторые вещи пусть и выглядят экстравагантно, но имеют максимально практичное назначение. Еще каких-то 200-300 лет назад, люди не так активно меняли мир под себа, а скорее подстраивались под окружающую действительность. Впрочем, даже у практичных людей прошлого нередко появлялись весьма своеобразные вещи, которые которые обусловлены не то этикетом, не то прихотями прогрессивной молодежи. Сейчас взглянем на несколько таких вещей, которые современному человеку покажутся крайне чудными. Пьенелли, пьенелли или чопины были популярным фасоном женской обуви, они были распространены в Европе почти 400 лет. С 14 века и по 17 и краткое, обеспеченные дамы носили такие туфли, чтобы подчеркнуть свою состоятельность и женственность. Тем не менее, основной функцией такой массивной подошвы была защита платья от уличной грязи. Обогреватель, центральное отопление и прочие блага цивилизации даже сегодня добрались не до всех уголков просвещенной Европы. Чего уж говорить о прошлых столетиях. Чтобы хоть как-то обогреть постель, перед отходом ко сну под матрац ложили вот такой обогреватель. Предварительно начинив его раскаленными углями. Порт-Букет. Ни одна уважающая себя дама не посещала официальных мероприятий без такого вот железного друга, который выполнял функцию держателя цветов. Порт-Букет защищал перчатки и платья от пятен, а также служил стильным украшением наряда. Его крепили прямо к платью. Карни. Во времена, когда были повсеместно распространены балы, у девушек в обязательном порядке должна была быть при себе специальная бальная книжка. В нее дама записывала номера и названия танцев, а также имена кавалеров. Фен. До того, как изобрести обыкновенный электрический фен. Волосы просушивали абсолютно различными способами. Один из самых первых фенов выглядел именно так. Его наполняли кипятком и расчесывали волосы до полного высыхания. Очки, простая и гениальная конструкция этих очков, позволяла жителям без крайнего севера не ослепнуть раньше времени. Конкретно эти очки были найдены в Якутии и предназначались для защиты глаз от обжигающей снежной белизны распылитель. С виду этот отдаленный родственник кузнечных мехов должен выполнять примерно схожую функцию. И это так и есть. Вот только в отличие от своего старшего собрата, эта вещица предназначалась для распыления пудры на парики. В те времена, когда каждый мужчина был обязан носить парик на светском рауте, это был обязательный предмет быта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!